При виде тяжеловесного трехметрового гиганта с индонезийского острова Комодо невольно подыскиваешь эпитеты поэффектнее. Возможно, поэтому его и называют часто драконом. Хотя, положа руку на сердце, ничего драконьего в его облике нет. Просто крупный варан. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, он бывает весьма подвижен и опасен. Ударами хвоста может бить с ног некрупного оленя или человека, а своими крепкими челюстями нанести серьезные увечья.